В Нижневартовском районе стартовал досрочный завоз продуктов питания. Первая баржа готовится отправиться к жителям Ларек и Корликов. Сюда доставят почти 100 тонн продуктов с длительным сроком хранения. Это молоко, сахар, соль, мука, различные виды круп, а также стройматериалы и хозяйственные товары. Чтобы обеспечить магазины отдаленных поселений широким ассортиментом, барже придется преодолеть около 500 километров против течения. А вот скоропортящиеся продукты продолжат доставлять в населенные пункты вертолетом. В первую очередь отгружаются продовольственные товары, которые необходимы для населения. В целом мы должны отправить 350 тонн за период навигации. И также доставка бензина в село Корлики 100 тонн.